Доброе утро всем. Не знаю, видно кому нет. У нас вон 9 часов. У меня день начинается с 9. Ну, я сажусь где-то так в это время, пока на кровать. Ноги разомнешь, пока туда-сюда зарядочку, короче, сделаешь. После длинной ночи разомнешься. Сажусь. Вот сейчас буду чаечек пить. Чайничек поставил, и вот сейчас я вам рассаду покажу. Капусту забыл, как она правда называться. Ну ничего, сейчас покажу. Вот чаек себе налил, чайничек у меня тут кипятится, а вот капустка, вот это, ну как от брокколи, и это что-то наподобие. Вот так вот виднее, короче, вот такие картинки. Такая вот рассадка у нас. Так. Будем сажать. На улице у нас сегодня тепло, хорошо, солнечно. Два дня дождик лил. Так вот. Два дня дождик, короче, лил. Ну, сейчас вроде все налаживается. Половодья у нас нету, все в землю. Вся влага уходит, это хорошо урожая. Ну, для урожая хорошо все должно быть. Ну, вот так вот наше утро начинается. С чая. Без сахара, без всего. Просто чаек. Ну, так, попить. Всем удачи, всем пока.